Они учат и воспитывают детей, читают им книжки, катают на качелях. Экспресс-бабушки спешат на помощь семьям столицы Чувашии. А сегодня серебряные волонтеры сами вернулись в детство. Бабушек и дедушек в честь праздника Дня пожилых людей целый день катали на колесе обозрения. В восторге от того, что сегодня здесь побывала. Бываю в городе, именно вот здесь я не была. Ну вот издалека смотрю, думаю, о, как здорово. А вот такое вот новое впечатление для меня на сегодняшний день. Ну это очень здорово, это великолепно просто. Да, я свой город вот с такой высоты я и не мечтала. Ну впечатление, конечно, шикарно. Отсюда сверху все наблюдать, прям так это интересно очень. Никогда не думала, что так интересно здесь может быть. Впечатление, конечно, словами не передать. Сегодня бесплатно покататься на колесе могут все пенсионеры. Акция действует до 10 часов вечера. Главное – взять с собой удостоверение. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.